девчонки, всем привет! Я от вас получаю множество вопросов по поводу того, как найти богатого, успешного, красивого, любящего мужчину. Или еще очень актуальный вопрос, как уйти от мудака? Вот я вам рассказываю, такое ощущение, что вы меня не слышите, и вы продолжаете жить с этими мудаками. Так вот, давайте поступим иначе. Я не психолог, я только учусь. У меня есть Дима, я вас знакомлю, Дима. Психолог, и он вам расскажет, как, собственно, уйти от того самого мудака, минимизировать, значит, все потери. Еще скоро он делает семинар, где он, собственно, расскажет, как найти того самого своего принца.